пытается окусить, просит, чтобы я с ним играла. Вот, вот вам понятно, да. Скажи, ну что ж ты вот отбираешь руку-то, ну? Ну, вот так вот играемся. Вот так играемся с ребятками. Внимание, еще раз говорю, внимание. Им нужно внимание, как и всем детишкам. Так, а там что у меня? Ну, а там свои игры. Да, вот видите? Вот что значит спокойная обстановка. Животные растут не нервозные, не в каких-то клетках без выгула. Нет, в этой клеточке они сидят временно, на ночь. А днем они, конечно, гуляют у нас. Но пока ночи холодные, этих товарищей мы оставили здесь. Так, Степа еще подошел. Степа подошел, ему надо. Ну, все, все. Давайте еще сядьте мне на шею. Уже сели.